Давайте поговорим об операции недавней с участием наших морских дронов Сибэби с РСЗО «Град» на борту. Была атака в районе Кинбургской косы по расположению оккупантов. Что можете сказать по новому беспилотнику? Ну, по сути, не такому же и новому, но, по крайней мере, сейчас появилось это видео. Где нам пригодится такое вооружение? Ну, я думаю, что вот этот вот удар, видео, это был, скорее всего, экспериментальной стрельбы, потому что, ну, расстояние от нашего побережья до Кинбургской косы, оно небольшое. И, в принципе, такой же удар можно было нанести с обычных установок БМ-21 «Град», возможно, даже с большей точностью. Но вот такое оружие, которое появилось на борту Сибэби, оно реально может быть очень полезно, например, для различных функций. Первая функция, ну, при основной своей работе, то есть выполнение удара по надводным кораблям, если идет противодействие с корабля, то он, этот беспилотник просто стреляет, вот как вот сейчас, вот прямо по курсу выстреливает свои ракеты. И таким образом, ну, подавляет вот эти очаги сопротивления. А другое, значит, он просто может, скажем так, перед тем, как нанести удар по основной цели, ну, путем контакта и подрыва, он может отработать 6 ракетами по другой цели. Если это небольшой корабль, катер, ну, он может быть даже уничтожен. Потому что на каждой такой ракете есть по 6 килограмм взрывчатки. Это, в принципе, как противотанковая ракета. Мы знаем случаи, когда вот, ну, из ПТРК уничтожали десантные катера российские. Вот был случай по указов под Мариуполем, такой катер уничтожил. Вот. А потом, если, например, если не брать основную функцию этого Сибэби, то есть как дрона «Камикадзе», то в таком варианте они могут осуществлять рейдовые операции, набеговые, по объектам вражеской инфраструктуры, которые находятся на побережье, либо недалеко от уреза воды. Это могут быть и аэродромы, и пункты базирования кораблей, и гидротехнические сооружения, склады и так далее. То есть, если, например, звено из таких дронов в количестве там 6-12 штук осуществляет набег, выстреливает эти ракеты. А я думаю, что радиус стрельбы вот при таком угле наклона составляет, может быть, 5, там, 6-8 километров. То, в принципе, в суммарный огонь может быть достаточно ощутимым. Другое дело, что, ну, точность стрельбы, она будет очень такая посредственная. Но, тем не менее, за счет количество, ну, можно достичь результатов. Но в данном случае, в общем-то, количество таких, сами ракеты, они, ну, не являются, ну, таким, ну, скажем, высокотехнологическими, они есть в запасах. Вот. То есть это вот такой, ну, и они могут быть очень полезными, я думаю, это при поддержке наших амфибийных действий, то есть при до высадки, например, там рейдовые группы морской пехоты или сил специального предназначения, такие вот катера могут осуществлять, ну, огневую поддержку. Ну, для такого примера могу вам сказать, например, смоделируйте остров Змеиный, да, когда он был захвачен противником, то есть, ну, такие катера могут осуществлять и набеги по таким объектам. И, кстати, они могут осуществлять какую-то даже и оборону этого объекта, того же острова Змеиный. То есть он, несколько катеров ставятся в точку. Если подходит следующий там какой-то крейсер или корабль, например, то они просто его атакуют. Вот, используя в том числе и вот эти вот свои, вот это свое оружие. То есть предназначений может быть очень много. Единственное, что, конечно, хотелось бы, может быть, в перспективе, чтобы вместо вот этих неуправляемых ракет были ракеты управляемые. Но тут, в общем-то, возможно, но это будет дороже, причем гораздо. И потом, возможно, будут какие-то технические
необходимые дополнительные решения для этого.